Приветствую, дорогие зрители. Ну вот, наконец-то посылочка еще одна довольно-таки очень интересная пришла. По просьбе клиентов я заказал два закаленных стекла для телефонов Xiaomi Redmi 3S. Что же я хотел сказать. Обратите внимание, ссылочка находится под моим видеороликом. Покупку, значит, я сделал не просто у продавца, а у топ-продавца. И если вы как помните, или в некоторых роликах, которые я говорил, что это продавцы считаются более надежными, и они всегда несут очень серьезную ответственность перед покупателем, например, как мы. Ну что, начнем с упаковочки. Упаковочка в целости и сохранности, поэтому претензий к нашей почте России никаких нет. Вот так, открываем аккуратненько. Вот, кстати, топ-продавец. Вы посмотрите, не просто какая-то пленка, а как упаковано. Не пожалел ни скотча, ни пенопласта, ничего не пожалел. Вот это называется продавец топ. Так, ну теперь аккуратненько открываем. Посмотрим. Рейтинг, кстати, у продавца очень высокий. Число заказов на сегодняшний день аж 1500 заказано. Стоимость на сегодняшний день 442 рубля, хотя я немного дороже покупал. Почти 600 рублей. Так что, если вас интересовало, покупайте, пока низкая цена. А то пройдет акция, потом они будут стоить 600 рублей, а может даже и больше. Ну вот. Раз. И как мы видим, второе стекло. Два. Ну, что я могу сказать про это стекло. Видите, 9H считается самая высокая твердость этого стекла. Все значки, которые это уже о чем-то говорят, что надежность очень этого защитного закаленного стекла для телефона просто на все 100%. Также написано для маркировки телефона. Голограмка говорит о лицензии, что действительно 100% контроль качества это изготовление этого стекла. Ну так, ну давайте теперь мы откроем, посмотрим, все ли в порядке со стеклом и все ли в комплекте, как говорится, пришло. Что я имел в виду? Стекло это само собой самое главное, именно салфеточки, влажная, сухая, чтобы можно было, как говорится, согласно у нас здесь есть инструкция. Ну вот, на английском, на китайском языке. Можно, конечно, не переводить, а примерно посмотреть и изучить, и наклеить стекло на свой смартфон самостоятельно. Вот, вот здесь эти салфеточки, то, что я говорил. И давайте посмотрим стекло. Стекло еще раз. Какую-то упаковочную, довольно-таки интересную упаковку запаковано. Ну вот, а так посмотрим. Есть ли какие-то дефекты? Дефектов никаких нет. Замечательно. И сейчас еще проверим заодно второе стекло. Чтобы можно было уверенным быть в этом продавце аж на 100%. Так. Упаковка очень довольно-таки пластичная. Так, салфеточки и стекло. Все очень аккуратно сделано. Ну вот и все на этом, дорогие зрители. Еще раз говорю, не пожалейте, купите стекло. Потому что если когда вы телефон повредите, это намного дороже обойдется, потом ремонт. Можно повредить так, что телефон можно будет не установить вообще. Все, спасибо за видеоролик. Ставьте лайк, а еще лучше подписываться на мой видеоканал. Много что еще интересного покажу. Всего доброго, до свидания.